Сегодня в подмосковном Долгопрудном Владимир Путин провел совещание, которое было посвящено системе развития высшего образования. Основное внимание было уделено вопросам совершенствования подготовки специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Среди них научно-инженерные кадры для высокотехнологичных секторов экономики. Речь зашла о создании национальных исследовательских университетов. Этот процесс мы обязаны запустить уже в первой половине текущего года. Предполагается, что на первом этапе соответствующий статус могут получить 10-15 высших учебных заведений. Прошу Министерство образования и науки внести в правительство проект положения о конкурсном отборе программ развития национальных исследовательских университетов. Всего же на поддержку исследовательских университетов в 2009 году в бюджете, несмотря на то, что мы проводим переориентацию бюджета по приоритетам. Тем не менее, на эти цели мы средства зарезервировали. В этом году это будет 3 миллиарда рублей. До заседания, которое прошло в здании Московского физико-технического института, премьер-министр осмотрел новое 17-этажное студенческое общежитие этого вуза. Оно было построено на средства федерального бюджета и рассчитано на 760 мест. В ходе экскурсии во время встречи со студентами премьер обсудил вопросы повышения уровня профессионального образования.